Всех приветствую, вы на канале Время Нокаута, только самые свежие новости из мира ММА. Поставь лайк, если тебе не сложно. Петр Ян пробил незаконное колено по своему оппоненту Алджамейну Стерлингу, так вот как ММА-сообщество отреагировало на данный инцидент. Алекс Волконовский, вот это темп. Алан Джубан, похоже, Ян полностью контролирует бой Алджо, возможно, стоит задуматься о поиске чего-то больше. Майк Перри, эти русские не ломаются, так хладнокровно, может, Ян не русский, но достаточно близко. Тедди Атлас. Ян столкнулся с проблемами рано, но он такой разносторонний. Ислам Махачев. Это закрыло мою радость. Я смотрел его бой и смотрю, он сидит на колене, и у меня в голове только «не бей колено». И Петр ударил. Ну ничего, по бою было видно, что Петр переигрывает его во всех аспектах. Ему дадут реванш, и он заберет свое. Ти-Джей Дилашоу. И Оскар получает Алджо за лучшую мужскую роль в титульном поединке, а Петру нужен ускоренный курс по правилам того вида спорта, в котором он когда-то был чемпионом. Эй, Петр, ты теперь тоже мошенник, сучка. Коди Гарбранд. Лучше ему не забирать пояс после такого. Джастин Гейджи. Это решение никогда не должно быть на бойце. Легко и просто. С таким ударом все кончено. Доктор делает свою работу, входит и все кончено. Колби Ковингтон. Я говорил вам, что читер Пан не выдержит давления от Алджамейна. Майкл Биспинг. Кто, черт побери, бьет такое колено? Доминик Рейс. Люди восстанавливаются быстрее, когда они действительно оказались в нокауте. Для записи этот ход Яна был тупоголовым и незаконным, и он должен проиграть, если его противник не сможет продолжить. Фрэнсис Нгану. Они должны повторить. Коди Гарбранд. Почему он дает интервью, если у него сотрясение? Тони Фергюсон. Не вешай голову, ты тяжело работал, Алджо, дерьмо случается. Стивен Томпсон, ты никогда не должен спрашивать свой угол о правилах во время боя. Димитриус Джонсон, нельзя остановить бой, сидя на коленях. Удары сопернику на коленях должны быть разрешены. Теперь краткий бой главного боя вечера между чемпионом полутяжелого веса Яном Блаховичем и обладателем титула среднего веса Исраэлем Адесаньей. Бой прошел всю дистанцию. В первых трех раундах бойцы работали стойки, где с переменным успехом разменивались ударами. А вот четвертый и пятый раунд прошел в партере. Блахович без особого труда перевел Адесанью на настил октагона и полностью контролировал ход поединка. По итогу боя все судьи отдали победу польскому бойцу. Вот такие новости к данному часу. Всем спасибо за внимание.